Отречение от мира, послушание, молитва, пост, безмолвие, любовь, боговидение и богообщение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, превозмогая свое убожество и ограниченность, хочу рассказать вам, дорогие мои, сонаследники жизни вечной и радости бесконечной, и Царствия Небесного, и некончаемого наслаждения, и богообщения, и боговидения, и пребывания в Боге, о том, что видел своими телесными глазами, и о том, что открывает милостивый Господь иному зрению. Фильм посвящен человеку, жившему еще совсем недавно рядом с нами, повзрослевшему среди реалий, искалеченного нынешнего мира. За свои 19 лет Ира, наша героиня, не успела достичь мирских суетных высот. Она искала и желала иной радости, хотя отношение Иры к Богу, людям и миру, очень точно передающие сокровенную жизнь, записанные в дневнике письма к близким людям, говорят о очень серьезной христианской, не по годам мудрой, работе над своим сердцем. Или точнее сказать, очищением сердца, до вселения в него единственного желаемого жениха и вечного соединения с ним. Фильм о настоящем богатстве, к сожалению, побранным, растерзанным и бесовски блудливо растраченным современным обществом. О богатстве чистоты, телесной и душевной. Молю Бога о том, чтобы вы, дорогие мои, возрадовались вместе со всеми святыми, с Матерью Божией, а еще одной, возблиставшей переливами божественной красоты душе Ирочки, ставшей мудрой девой и возжегшей при встрече небесного жениха свой сосуд, преисполненный елеем. О том, как стяжала наша Ира елей, с некоторым несовершенством расскажет наш фильм. Закат ложится на поля, одевшись в свет и тень, приходишь ты. Ира и Юра, ее единоутробный брат-близнец, появились на свет в маленьком, мало кому известном городе. Тырнаус расположен в горном ущелье. Близость к белоснежным вершинам главного Кавказского хребта научили детей мечтать о красоте и небе. Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали. Вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю лишь о вас
да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею. От Млечного Пути все листья в блёстках. 8 лет благодаря маме Иру и Юру привели в православный храм, который впервые после многих столетий привнес новую жизнь со Христом в это горное ущелье. Я музыки твоей вдохну. Крестил их во имя Отца и Сына и Святаго Духа и преподал им самое первое и самое главное христианское понимание любви и красоты, сам прежде приобщившись полноты жизни с Богом, священник Игорь Розин. Иру, маленькую девочку, впервые увидевшую батюшку, объял восторг. Она спросила у мамы: «Мама, это и есть Иисус Христос?» Вскоре Ираида и ее дети стали близкими друзьями с отцом Игорем и его семьей. Душа наша бессмертная, хотим мы этого или не хотим. И вот состояние души нашей после смерти зависит от того, как мы проживем здесь свою жизнь на земле. Если в добрых делах проживем, то тогда и воздаяние нам соответствующее. Приходит ночь от Млечного Пути, все листья в блестках роз дрожат светло. Прежде чем отсюда мне уйти, я музыки твоей вдохну вино. Во время крещения я пришел в храм с мамой и сыром. Батюшка ко мне подходит, меня обнимает вокруг шеи. Как тебя зовут? Я говорю: Юра. Он говорит: хочешь креститься? Я говорю: да, хочу. Вот. А потом Ира спрашивает у мамы: мама, это Иисус Христос? Я через Ирочку прикоснулась к отцу Игорю. Я настолько в этот момент возблагодарила Бога. Казалось бы, меня недостойную. Вот так вот Господь укрепляет. В такое тяжкое время, когда так сложно сейчас встретить вот людей, стремящихся все-таки к небесному, несмотря на все земное притяжение наше. Она такой человек, каких не бывало. Просто не может быть таких. Таких просто не бывает. Детей нужно воспитывать в любви и в строгости. И нужно, конечно, находиться и постоянно их направлять. В наш век и в наше время их может спасти только православная вера и именно православная традиция воспитания. Отец Игорь, когда я к нему обратилась: батюшка, вот я, наверное, вот думала и решила, что главное воспитание детей – это научить их трудиться. Помню, отец Игорь так хорошо ответил, говорит: Ираида, главное – научить детей молиться. Ира так любила животных постоянно, все собаки вокруг нас, Ира себя гладила. Очень любила собак. И как бы самые злые к ней подбегали и ласкались тоже. С детства Ире был дан от Бога дар любви, любви деятельной ко всему живому. Она видела красоту в окружающей природе. В обращении с животными была очень милосердна. У Ирочки было свое кладбище, где она хоронила животных и птичек.
Ира очень любила собак. И даже им она дарила столько тепла и ласки, что, наверное, даже человек такому позавидует. Хомячок, когда у меня в клетке скончался, похоронил такой в братской могиле, как можно сказать, вот у этого воробушка. В соработничестве с Богом нужно было взрастить всецелую любовь к людям, в чем Ира и преуспела впоследствии с помощью своих близких. В жизни подрастающих детей Господь явил пример глубины христианского подвига любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ира с братом стали свидетелями исполнения евангельских слов в реальной жизни. Бесконечно любимый ими отец Игорь 13 мая 2001 года после совершения Божественной Литургии, причастившись святых Христовых тайн и приобщив Богу ими своих прихожан, принял в храме на пороге алтаря мученическую кончину за веру православную. Для прихожан, а в особенности для детей, последние слова, исполненные божественного смирения, сказанные истекающим кровью батюшкой, «В руки Твои, Господи, предаю дух мой», стали недвижимым камнем, фундаментом всей их дальнейшей христианской жизни. Благодаря прикосновению к жизни и смерти отца Игоря, путь ко смирению, твердому стоянию в вере Христовой и научению жертвенной любви стали достоянием сердца Иры. Только смерть определяет. Отец Игорь пристал как мученик. Мы его с любовью вспоминаем и почитаем его блаженную мученическую кончину. Служение было его успешно, а потому завистник рода человеческий, противник сатана, не терпел и решил уничтожить его, чтобы заглохло здесь пение христианское, проповедь евангельская. Но я думаю, что и мы к нему, как при жизни обращались, так и в дальнейшем будем к нему обращаться. Упокоит Господь его в селении праведных и нас помилует за нашу ему любовь и веру и упование. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне присно, и во веки не будет. Ощущение вот такой благодати у нее было глубокое очень. Искупалась Ира в источнике. Вдруг говорит: мама, теперь, говорит, я понимаю святых. Я говорю: а что такое? Говорит: мама, говорит, так хорошо. Что, говорит, я понимаю, что можно и ради этого и голодать, и на муки идти. Когда вот что-то случалось, то она всегда говорила: хорошо, я сильно-сильно помолюсь. Ирина с братом со своим были дружны. Очень она переживала за него, когда что-нибудь происходило с Юрой. Взросление Иры невозможно представить без любви к брату. Они всегда были вместе – в храме, в школе, на улице. В крае, где прошло их детство, христианские взгляды на жизнь не всегда были понимаемы и принимаемы. Часто Ире и Юре приходилось страдать за веру. Их унижали, обзывали, случалось и били.
Бывало, Ира с кулаками заступалась за своих друзей-христиан и за брата. Сейчас только узнаю, что ее там и били, и Юру били. Они же это все скрывали. Вот. А потом, если даже и синяк какой-то, ну, все относил к тому, что они там то ли упали, то ли сами дрались, то ли еще что-то. Вот. То есть у нее это тоже было в характере. Не расстраивать. Но всегда дети, живущие храмовой жизнью, ощущали Божью помощь, заступничество Богородицы и предстательство перед Господом, горячо любимого ими убиенного батюшки, и искренне молились друг за друга. В этом ребенке, пережившем такие скорби, смирение появилось не на пустом месте, оно достигло просто таких размеров. Это смирение, оно выросло, оно укрепилось. Просто били на переменках. Ирочка говорит, что я маму не могла беспокоить. И вот она говорит, когда били меня, говорит, удивительно, что били так сильно. Никогда не думала, что у девочек, девочки могут так поступать. Я, говорит, не могла ответить тем же. Я просто не могла. Я стояла про себя и тихонько молилась. Ну, то, что она была русская, христианка она была. Но когда я, говорит, видела, что на моего брата нападают несколько человек сразу, я, говорит, не знаю, откуда у меня появлялись просто богатырские силы. А еще она дралась с мальчиком Масхутом, который пытался там что-то на меня. Я их просто разбрасывала. Говорит, у меня несколько таких случаев было. Я просто этим была поражена. У меня вот это рассечение было, когда я нож выхватил у того же самого пацана. Она этой крови не боялась, она здесь мне все перебинтовала сама. По городу идешь, вот знает кто-нибудь, или крестик вот висит, ну, видно, и обзывается вот крестьянин. Защищала. Когда я ей не мешала защищать себя. На ограду храма плевали. Потом пошли как драться. И Леша защитил меня. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути хотела быть внешне похоже быть на свою сестру. Немножко она была недовольна своим внешним видом. Бывало такое, что они с Дашей становились и говорили, кто красивее. История зальется по утру, и Ярославна полная печали, как кукушка кличет на Юру. Солнце трижды светлое, с тобою каждому больше приятный тепло. Иру выбирал. Что ж ты войско князя убил, жаркими лучами обожгло. И зачем в пустыне ты безводной, под ударом грозных палачан, жаждой стянула лук походный, горе переполнило палачан. Слава тебе, Господи, что этот ребенок все это пережил тогда. Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина.
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой твою не запятнает чистоту, и каждый, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту. Ирочка мне рассказывала: мама, было так плохо, грустно. Я гуляла по улице, и я уже не знала, что мне делать. Я не знала, так я тосковала. Но вдруг, говорит, я вспомнила про Бога и прочитала «Отче наш». Мама, если бы ты знала, как мне стало хорошо. Встретив Христа, человек обретает радость и силы жить по правде и божественное утешение. Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали, но можно сесть в авто с разбитым катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали. И в одной из поездок по Крыму остановились мы на берегу моря, и Юра там куда-то по своим делам бежал, и вдруг оттуда раздается крик. Бежит Юра, за ним собака. Ну, Ирина сильно переживала за Юру и кинулась ему на помощь. Ну, впрочем, как и все мы. Росинки на листе, а может приступить к невиданным полетам. И руль легко идет к коленям, как штурвал, и вот летит авто. Страх Господень дает мудрость идти по жизни к свету. При этом, избирая из предлагаемого суетным миром круговорота на пользу душе многоценный бисер. Для чистого все чисто. Ира и дети ездили в далекие путешествия, наполненные приключениями. Наслаждались красотой природы, пели хорошие песни, резвились на морских волнах, знакомились с разными людьми, которые впоследствии становились их друзьями и молитвенниками. Но за всем этим многообразием, взрослея, дети учились видеть Творца и молиться Ему. Слава тебе, Господу Богу моему, Творцу, во святей Троице, единому славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содиху все дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, прошедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайной. Если общаться и дружить с Ирой, мимо это не пройдет. Ни за что. Потому что, мне кажется, ощущение присутствия во всем Бога как-то впиталось в ее плоть и кровь. Говорила, что у нее было чудесное детство.
Она черпала свою силу, чтобы идти дальше именно в этих воспоминаниях из детства. Вообще всегда дает о себе знать. Вот как узнать, девочка еще девочка или она уже стала девушкой? Ну, в смысле того, внутри. Вот если бы мне пришла подружка и говорит, пойдем погулять, она шубку надела и вышла, и пошла. Еще ребенок. А тут ей подружка звонит и говорит, пойдем погуляем, она уже просто так не пойдет. Она проведет над собой вообще громадную работу. Мы любим иногда, не ведая о том, а часто бред пустой любовью мы зовем. Не все было легко и гладко, а точнее сказать, вхождение в юношеский возраст было сопряжено со многими скорбями и искушениями. Нынешняя жизнь, как никогда, наполнена соблазнами, устоять перед которыми без благодати Божией невозможно. Главный удар дьявольского развращения тел и душ направлен на юность. Адская, душетленная сквернота попыталась прикоснуться и к целомудрию Иры. Я вот воспитывала их очень строго в православной вере. Мы всегда вычитывали молитвы, мы всегда ходили в храм. Плевелы сорняки соблазна влюбления мира сего всеми своими колючками душили нежный росточек девственной чистоты, тянущийся к своему Создателю, Солнцу Правды. Хоть это и тяжело им было, но вот я их вот прямо буквально приходилось когда-то и заставлять. Господь, милующий и покрывающий, не хочет смерти грешника, а делает все для того, чтобы человек жил, жил вечно и радовался, и наслаждался. Человеческое естество может побороть только благодать. Если у человека этой благодати нет, он никогда не справится с такими, ну, страстями, как там, блуд, желание нравиться, там, ну, как говорят, прельщать других и все такое. То есть это физиологически не побороть без благодати. Я ведь тоже плохо кончу. Будет клином свет в окошке. Перед смертью злобно корчась, как ободрана. Благодаря нераздельной преданности Богу ее мамы, как самого главного хранителя чистоты своих детей, Ира, испросив у Бога заступления, возложив упование на Матерь Божью, отразила от себя похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую и подкрепила своей твердостью силы брата. Скажи мне, Господи, кончину мою и час последний мой, когда житейскую пучину приплыв предстану пред тобой. О, как явлюсь пред тобою, Владыка мой и судья, грехов моих передо мною лежит раскрыта хартия. Ее читая, ужасаюсь и осуждение трепещу,
На пути к этой победе Ире во многом помогла жизнь в ограде церкви. Неопустительное посещение служб, посты, участие в таинствах, крепкая дружба с такими же, как она, верующими детьми. И, конечно, неоценимую поддержку в битве с миром блудных соблазнов им оказывала их крепкая, дружная, полноценная семья. А битва была не на жизнь, а на смерть. С мольбой на сём кресте и мне прощение. Своей кровью священной то обещание подписал. Для того, чтобы расцвел и возблагоухал цвет чистоты и цельной мудрости, Матерь Божия своим водительством привела семью Иры в обитель милосердия, где, насколько это возможно, немоществующими человеческими земными усилиями созданы условия, благоприятные ко спасению. Благодаря напору и твердости Ираиды матери, вся семья уехала за 1000 километров от дома и поселилась в Свято-Алексеевской пустыне. Повинна муки всякой я, ты правосуден, Боже, с нами, того достойна грешная. Но то мне страшно, то мне мука, и не оплакать морем слез с тобою вечная разлука, с тобой сладчайший Христос. Но помяни твои заслуги, и ими грех мой оправдай. Избавь одной ужасной муки, с тобой и меня не разлучай. Отречение от мира, послушание, молитва, пост, безмолвие, любовь, боговидение и богообщение. Не ищи себе оправдание,
В уходящем и ускользающем небеса открывают знания исповедникам и прощающим. Просто жить уже не получится, если внял откровенью Божьему. Правда станет твоей попутчицей в постижении невозможного. Ты не бойся, боль не навсегда. Вон уж стражник взял копье. Ты не бойся, крест любовью дан. Во спасение твое. Свято-Алексеевской пустыни. Жизнь устроена особым образом. Труд и молитва являются фундаментом здешней жизни. Для тех, кто понимает и принимает эти условия, обитель становится родным домом. Подобно первым христианам, люди здесь живут общиной, почти ничего не имея в личном пользовании и в то же время обладая огромным богатством. Ты не бойся, боль не навсегда. Вон уж стражник взял копье. Ты не бойся, крест любовью дам. Во спасение твое. Храмы, поля, фермы, уникальная библиотека, разнообразные музейные коллекции. Но самое главное богатство обители – православная гимназия, дающая и христианское воспитание, и глубокие знания для сотен и сотен детей, многие из которых или остались без родителей, или пострадали от мира, живущего без Бога. Все, что дорого, что любимо мной, никогда не начнется сызнова. Но за то, что послал мне век земной, я люблю тебя, Бог, всей жизнью. Я люблю тебя. Ребята, вот мы с вами, между прочим, когда в четвертом классе говорили. Ты не бойся, боль не навсегда. Вон уж стражник взял копье. Становление на путь спасения, продвижение и братская, поддерживающая любовь друг к другу являются смыслом и целью жизни этой христианской общины. Для Ирочки пустынь стала благодатной почвой. Во спасение твое. Во спасение твое. Привет, дорогая Марфушка. Конечно же, я начинаю письмо с того, что искренне прошу у тебя прощения о том, что так поздно тебе пишу. Прости. Это очень необычное место. В него каждый очень быстро влюбляется. Большую роль играет то, что наша обитель оторвана от остального мира. У нас до города ехать час, поэтому мы чувствуем себя чем-то целым и единым. Привет, моя родная Саша. Пустынь стоит на пригорке, и поэтому видим весь окружающий ландшафт. Леса, луга, вдали белоснежный храм, небольшая деревенька, а воздух чистый-чистый. Сидя в каком-нибудь классе нашей гимназии, смотришь в окно. За окном лес, особенно красивый весной, когда все только-только зеленеет. Вокруг лес, луга, речка, красота. Поверь мне, как своей близкой подруге. Здесь так здорово. Я очень счастлива здесь жить. Поэтому мне так хочется поделиться своим счастьем с тобой. Марфуш, я тебе даже не стала рассказывать о укладе жизни обители и здешних обстоятельств, потому что как-то уверена в том, что ты сама приедешь и увидишь всю эту красоту.
Если честно, нам абсолютно сначала какое-то время не очень нравилось, хотелось в Турнаус, потому что еще ни с кем не познакомились. Я даже как-то Ире говорил: Ир, давай уедем отсюда на велосипеде. Она просто не знала географию, она не знала, как туда уехать. Я даже нарисовал на карте, как путь. Ира подумала так, говорит: ну, мы не сможем. Потом нам, конечно, понравилось. Мы со всеми подружились, с Лешей Бочковой особенно. Ну, Юрочка очень светлый человек. И такой жертвенный, как мне кажется. Потому что они когда появились, сколько, 3 года мы были вместе, да, вот так. Вот как-то на нее было всегда положиться можно было, на Иру. То есть она не роптала, ничего, ты ей говоришь, как бы, вот это надо сделать, даже самые такие работы вроде бы, самые там грязные, может быть, неприятные. Была в гимназии, в коридоре, мы как-то проходили мимо кабинета, нам интересно. Вот, говорят, мальчик, девочка, в наш класс пойдут. Вот, ну, мы решили, первым зашли, постучались. Говорит: девочка, как тебя зовут? Говорит: Ира. Вот, ну, проходите. Она нас сразу впустила в комнату. Потом Юра заходит, такой: о, девушки, привет. Мы такие: привет. Она говорит: а это мой брат Юра. И вот мы сдружились, все ей рассказали о жизни, допустим, что и сложности бывают, но больше радости. Непростой такой класс был, вязкий, не очень, скажем так, настроенный на учебу. В тяжелом состоянии. И когда появились Ира и Юра, сразу изменилась обстановка в классе. Это, в общем, ну, не мое только мнение, это мнение, в общем-то, всех педагогов. Ира вошла в жизнь нашего класса, полюбила его таким, каким мы есть. Вот, несмотря что и характерный, да, и слабый наш класс был, не сильный. Вот, но она всей душой полюбила, и причем быстро. Они сразу его внутренне просветили очень сильно. То есть появились люди, на которых действительно можно опереться, и которые, ну, помощники, вот, действительно соратники в деле вот, такого обучения. То есть учителя учат, ученики учатся. Привет, моя родная Саша. Я очень рада, что учусь в такой хорошей православной школе. Думаю, в обычных школах стало еще страшнее, чем раньше. У нас тут куча красивейших музеев, да и сама наша гимназия – музей. В коридоре между классов по стеклом висят старинные русские вещи. Постоянно ходят экскурсии, восхищаются. Еще у нас в клетке живут большие медведи, такие смешные и ужасно хитрые. Один раз даже раздвинули прутья клетки и умудрились сбежать. Еще забыла похвастаться. Наши доблестные кадеты считаются одними из лучших в России. Православная гимназия Свято-Алексеевской пустыни есть кадетский корпус. В кадетском корпусе воспитываются будущие защитники нашей Родины. Наши с вами защитники. И вот совсем недавно ребята вернулись с Иссык-Куля, где проходили соревнования, спортивные соревнования стран СНГ. И они взяли главный приз этих соревнований, который называется «Приз 7 президентов». Thank you.
Марфушенька, умоляю, приезжай. Ты очень быстро адаптируешься, привыкнешь и полюбишь это место. Пожалуйста, верь мне. Просто я очень хочу, чтобы ты приехала сюда. Умоли свою маму, бросайте все, как Господь сказал. Оставьте все и идите за мной. Мы ведь тоже все бросили и не жалеем. Папа даже покрестился и с мамой повенчался. Марфушенька, мы ждем вас, так как очень любим. Крепко целую. Пока. Маме низкий поклон. Я так понял, что вы уже успели полюбить воспитанников православной гимназии Свято-Алексеевской пустыни. А они любят всех вас. Прежде всего, дети, оба Ира и Юра, это какие-то уникальные дети. Дети, которые могут жить в коллективе, которые умеют обязательно со всеми ладить, а прежде всего Ира. Потому что Юра как-то мальчик, он более отстраненный был. А вот Ирочка, она была настолько добрая девочка, настолько она вписала сразу в коллектив, настолько трудолюбивая. И вот когда я ее видела, все время появлялась доброта. Не было такого, чтобы если что-то предложить Ире вот нужно, она вперед тебя уже видала, что что-то нужно сделать, что-то помочь. Маленькие детки идут, их надо организовать в пары или что. Обязательно она отходила от своих, от своей компании. Она обязательно подходила тут же, как воспитательница, она помогала, она делала. Если она увидит, что кто-то поспорит или дерется, она всегда бежала на помощь, утихомирить, чтобы и помирит, и идти с улыбкой. Сразу же мирились и играли дальше. Мне всегда запомнилось Ира жизнерадостной и смешной. Особенно всегда она заходила в класс. Юра заходит. Юра! Она кричит через весь класс. Юра, садись со мной, пожалуйста. В общем, ей нравилось все то, что мне не нравилось. Потом, батюшка, ну покажите мне там такую-то страну. Она говорит, батюшка, я не знаю. Юра кричит, батюшка, можно я? Если мне там нравились, не знаю, калмыцкие рассказы, или там нравились пушкинские «Евгений Онегин». «Доктор Живаго» ей очень нравилось. Безумно Юру любила, это было видно, очень явно и ярко. Какая разница, Юра, ты все увидел? Ты чего? Я тебе, брат. Юра все время за нее отжимался, когда на уроках истории Юра сидит, ручку грызет. Она всегда очень дорожила, гордилась нашим классом, причем всеми. Человек не идеален, есть какие-то недостатки, она смирялась с этим. Не навязывала свое мнение человеку. Относилась с уважением к мнению другого человека. Может, и не соглашалась, с одной стороны, но не навязывала. Я ее и подкалывал как-то. Но она это всегда прощала и как бы на это смеялась иногда вот так вот. Она не принимала тоже всерьез, как некоторые девочки, с которыми я из-за этого конфликтовал. Ира все время улыбалась, но я ее никогда не видела, что она плакала или обижалась. Я все время ее видела улыбающейся. Как благодатно сидеть в нашем саду. Нет ничего прекраснее пения наших птиц. Ирочка говорила, когда я, говорит, приехала в обитель, вначале мне было, конечно, трудно, но потом я на все это смотрела с таким умилением, потому что думала, да разве ж это трудности? И говорит, милая моя, вы ж не знали, вот что я пережила. Пройдя на Кавказе хорошую школу совместной жизни с людьми, причиняющими много боли,
отвергающих и Христа Спасителя, и Его божественную любовь, Ира с Юрой в лице своих новых одноклассников, да и всех детей и взрослых Свято-Алексеевской пустыни, обрели бесценное сокровище. Они, как никто может быть другой, ощутили радость и счастье совместного земного бытия с братьями и сестрами по вере. Для меня загадка. Я не знала, что такие просто люди есть. Есть хорошие, добрые, отзывчивые люди, но таких, как она... И мне даже было немножко страшно. Неужели люди бывают такими добрыми? Неужели в них бывает столько любви? Потому что люди обычно как? Эгоистичны, им плохо, и все, они никого не видят. Она была таким человеком, которая могла эту боль в себя как губка взять и подарить тебе столько любви и тепла, что ты шел, и тебе было легко и радостно. Чистый человек, конечно же, бесспорно. Вот. Живой, чистый такой, светлый. В классе, пожалуй, на фоне остальных-то девочек, Ирочка выделялась именно ответственностью такой, какой-то вниманием. То есть она всегда как бы вот, когда появлялась, как-то легко на душе становилась. Она вот могла своим взглядом ласкать, вот какое-то ее слово могло так утешить и как-то вот такой мир подарить душе. Привет, моя родная Саша. Ты не представляешь, как я была рада твоему письму. Знаешь, я даже не могу выразить того, как я счастлива, что мы попали в это место. Мне здесь бесконечно нравится. Я живу с папой и мамой. Юра живет со всеми кадетами в казарме. Там у них настоящая военная жизнь. Юра здесь, наконец, стал настоящим мужчиной. Я за него очень рада. Образование дают у нас отличное. Учителя-специалисты своего дела. И как просто люди, замечательные. Всегда утешат, поговорят, в общем понимают. Да и вообще живем здесь как одна семья. Ты удивишься. Но учителей мы называем дядь Леша, тетя Света. Они нам как родные, а мы им как дети. Между друг другом среди детей очень близко. Марфушенька, во-первых... И, по-моему, это самое главное. Здесь отличный коллектив детей и хороших товарищей. Знаешь, они все такие общительные, со всеми так интересно, что ты бы с первого дня была окружена большим кругом друзей. Для меня каждый здесь как брат или сестра. Во-вторых, все взрослые также тепло относятся к нам, детям. Учителя очень ответственно относятся к своему делу, выкладывают все свои силы и душу. Неудивительно, что мы все так любим учиться. Ты, наверное, не веришь, но это правда. Наши учителя так умеют преподавать, что урок становится очень интересным. Да и вообще, я очень счастлива здесь жить. Слава Богу, в гимназии Свято-Алексеевской пустыни учитель занимает данное ему Творцом место – вести человека через знание ко Христу. Ира поняла это так глубоко, что стала не просто добросовестной ученицей, а настоящим младшим другом для своих учителей, а порой в иных трудных ситуациях и примером для них. Случилось так, что у меня потерялось его человек. Я очень беспокоился. Было такое переживание очень открытое. Вот. И она как-то к нему подошла, так прижалась ко мне. Так посмотрел на меня, говорит, не переживайте. Ну, мы сейчас их найдем. Как-то так. Вот. И, в общем, она меня успокоила. Никто как бы на это не среагировал. Все видели мое беспокойство. А она как-то вот нашлась здесь, в этой ситуации. И действительно как-то мне стало легче. Вот ее трудолюбие во всем буквально, оно сочеталось в единый характер.
Но эта девочка, наверное, сумела воспитать еще в себе путем веры, потому что постоянно, каждую минуточку она могла, смотрит, крылечко храма сходит. Но она всегда старалась вот поговорить так по душам, чтобы она оставалась довольна, и чтобы человек не был не обижен, и человек не был как-то огорчен ее, может быть, действиями. Настолько была вот мягкость во всем. Ира восхищалась все время, как это красиво, и умела любоваться Божьим миром. Любила она Бога, этот мир. Это, наверное, одна единственная ученица, которая у меня ни разу не пропустила занятия. Ни разу. Она настолько была трудолюбивая, ответственная. Всегда приходила, с радостью работала. Очень любила рисовать, очень любила. Она ходила на ИЗО, и я тоже была заинтересована этим, но никогда раньше не рисовала. Я сначала брала только один цвет, который вижу, и потом посмотрела на Иру, она берет разницы-то много. Было это интересно, я сидела с ней, наблюдала, как она это делает. Я тоже решила так как попробовать, нарисовала, мне сказали, очень хорошо получается. Ира говорит, что у меня как бы хорошо получается. Я говорю, это благодаря тебе, что я смотрю на тебя и как бы учусь. Великая польза душе, когда на жизненном пути и особенно в детстве встречаются хорошие учителя. Ирочке в этом помогал сам Бог. Еще на Кавказе она занималась в воскресной школе и полюбила рисовать. Теперь же это увлечение, благодаря умелому наставничеству педагогов, преобразилось в цель всей жизни – писать святые иконы, перед которыми молятся и раскрываются души людей. Вера, смирение, чистота были естественными качествами иконника. Постоянным молитвенным подвигом он умножал в себе эти качества, что приводило его к еще большему просветлению и, наконец, к святости. Свой талант он считал не своим, а полученным от Бога туни, даром. И для Бога нужно было возделывать его, принести плод Господину и смиренно возвратить подателю жизни, ничего не оставив себе, чтобы не получить похвал, которые только вредны и отвлекают от прославления единого и вечного. Я думаю, из них Ир был бы прекрасный иконописец. У меня были ученики, достаточно много учеников. Таких у меня просто не было. И вот Ирочка замечательно чувствовала форму. Общаться с ней было удивительно легко, потому что она понимала с полуслова и удивительно послушна. Я таких людей просто не встречала в жизни, где такое сочетание внутренней чистоты и профессионализм, потому что профессионализм в ней был, хотя она еще очень молодой человек. Ира знала всегда, что ей надо. Вот это ее отличительная черта. Она всегда знала, что она хочет. И она это делала. Она ни на что не растрачивалась никогда. Очень цельная такая натура, которая избрала этот путь, и она по нему шла. Она хотела стать иконописцем. Готовилась к этому и духовно, что иконописец – это же духовная ответственность писать икону. Смирение – это не уничижение личности, а ее обогащение, воспитание, собирание и возвращение. Христианское смирение –
это радость обновления и соучастия в подвиге Христовом. А подвиг христианский – легкое иго Христово, радостен и светел. Ира возросла духовно, она была вот созревала на глазах. Однажды вошла в храм, мне нужно было помолиться, и смотрю, Ирова. Одна, вы знаете, я вот еще раз посмотрела на икону Алексея Чёлка Божьего. Ведь, знаете, вот что-то увидала нынче во взгляде, увидала что-то другое. Мне кажется, такой человеческий взгляд, который вот пронзил. Вот девочка, она с художественным вкусом. Мы смотрим и молимся, мы обращаемся к нашей иконочке. Знаете, у нее совершенно все свое. У нее в работе всегда присутствовала чистота. Она есть. Вот она или есть, или нет. Бывает, человек великолепно делает форму, но какая-то грязь есть. Или вот какое-то... Это все на чуть-чуть держится. Вот у Иры всегда исключительная чистота и благородство. Хотя где-то недочеты там, но благородство это внутреннее. Ой, у меня не получится так вот, так скромно. Вот у нее была вот скромность такая. Постепенно, постепенно, шаг за шагом, она слушалась. Несмотря на то, что она падала в какие-то моменты, но она каялась, и, слава Богу, она стремилась стать лучше. Ирочка – человек такой очень цельный, внутренний какой-то, собранный, что в наше время среди детей видеть не часто приходится. Она не могла прикоснуться к бумаге просто так. То есть это самое правильное отношение, когда ничего не делается просто так. Когда любое прикосновение, ну, как откровение. Она трудилась, не покладая рук, как и во всем, что вот она делала. Она делала все добросовестно очень. Радовалась всему. И мне кажется, это было близко, потому что я тоже как раз и пытаюсь, чтобы дети научились видеть эту красоту Божьего мира. Она это умела видеть. Умела видеть. Вот. И еще вот я видела, когда на выставке вот эти работы, которые она снимала, фотографии, вот в Кабардино-Балкарии, в горах и в Тамане. Это что-то. То есть вот как вот можно увидеть эту красоту Божьего мира? Синие горы Кавказа, приветствую вас. Вы взлелеяли детство мое. Вы носили меня на своих одичалых хребтах. Облаками меня одевали. Вы к небу меня приучили. И я с той поры все мечтаю лишь о вас да о небе. Ты не представляешь, как здесь красиво. В такие моменты понимаешь, как ты счастлив. Видишь, увидишь всю эту красоту. Знаешь, я даже не могу выразить того, как я счастлив. Кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, на ваших вершинах Творцу помолиться. Ира как бы парила над жизнью в таком духовном плане. К ней еще девочки приходили иногда посмотреть. Вот, это Катя Мартына прибегала и Настя Пачкова. Вот они за ней хвостиком бегали, смотрели все. Ты что-нибудь плохо скажешь, что плохого слова нам объясняла, что так нельзя. Мне нравилось ее платье, ее улыбка, как она танцевала. Мне кажется, у нее было отношение такое ко всем. Она даже ни о ком плохого ничего не говорила. Хотела просто так. Если человек как-то плохо себя вел, она хотела как бы подсказать ему, как правильно сделать.
Кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился. В Богом данной душе человеческой, когда она устремлена к вершинам, любви к своему Создателю и любви к людям, живет вся красота и полнота Вселенной. Путь к вершинам нелегок. Душа Иры, живя еще в теле, созерцала высоты горнего мира. И я с той поры все мечтаю лишь о вас да о небе. Отречение от мира, послушание, молитва, пост, безмолвие, любовь, боговидение и богообщение. Писуем тира битвой Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бесвободи да забемти. Радуйся, невеста, не небесная. Очень рада, что хоть маленький свой промежуток жизни, но я знала Иру
и была с ней рядышком. Мне кажется, я тогда еще стала становиться немножко другой, потому что иногда, когда рядом с тобой есть какой-то, может быть, такой негласный, немой пример, пример жизни, как ты должен относиться ко всему окружающему, тогда сам начинаешь исправляться. Глаза опущенные ниц. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Конечно, но как девушки не будут говорить о любви? Конечно, говорили. В рассвете юности беспечной, когда кажется, что жизнь земная – это бесконечно долгое странствование, наполненное по-особому сияющими красками и ароматами, у девушек, если они не окунулись в нечистоту разврата и похоти, сердце разгорается желанием страстной, счастливой земной любви. Но иначе билось сердце Иры, наполненное красотой веры и благоуханием чистоты. Мне всегда нравилось в ней то, что она старалась не обращать на себя внимания. Но обычно бывает так, когда человек не обращает на себя внимания, все на него обращают. Ее все любили. В классе, да. Одни называли ее чудачкой и пальцем на лоб, за спиной тайком. Другие – принцессой и гордячкой, а третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Ну, именно вот то, что она была такая скромная, ведь скромность украшает женщину. И вот эта вот простота ее, это задевало на многих парней, старшеклассников в частности. Мурочка девочка симпатичная. У нее, насколько я знаю, были поклонники, да, но... взаимности они так, по-моему, никто не дождался. Необъяснимая словами, настоящая красота влекла всех, кто ближе узнавал Иру. И особенно, конечно же, ребят из старших классов. Я знаю, что она многим нравилась. Вот. Именно нравилась ее скромность. Да, многие ошибаются, когда думают, что там нравятся легкомысленные девушки, развязанные. Но это ошибочное мнение. Если нравится, то это все так, поверхностно. Вот, а Ира, она могла задеть вот изнутри, глубоко. То есть она могла затронуть такое что-то там в глубине души. По плечу прижмется, знаете, смотрит в глаза. С Ирой вместе ходили заниматься ИЗО. Помню, я ее учил рисовать, давал советы. Одноклассники Иры любили ее по-особому, кто явно, кто тайно. Искали возможности быть рядом в паломнических поездках или на занятиях по рисованию. И Ира любила всех, как сестра. Она говорит, я просто хочу дружеских отношений. Пускай это будет не любовь, но мы, пожалуйста, общаемся. Гуляем там вместе, какие-то у нас дела. Я не против, но не более. Не более никаких там чувств она не хотела. Я не помню, чтобы она кем-то интересовалась. Всегда как-то она с братом. Никаких мыслей не было. Такого плана. Другие переживания влекли Иру в мир иной любви. Любви, которая дарит бесконечную жизнь, радость всей вселенной и украшает душу, и тело красит. Неужто не нравится даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой?
Ей хочется крикнуть: «Любви звездопад! 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 Красивой, красивой! Большой, большой!» А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо. Ирочка, похоже, была верна одному жениху небесному, вот, своему, которого возлюбила от юности своей. Вот оно, то самое, те самые слова, которые проникают до разделения души и духа. Ты готов от радости петь, как ангел славословить Бога. Посмотрите все, ведь это так просто, так красиво и глубоко. Разговор о монашестве зашел у нас, когда я пришел к ней в гости с кадетского корпуса, лег на ее кровать, и она рисовала икону. Мы разговаривали, и потом она вдруг подскакивает и говорит: «А, Юра, кстати, смотри, какие я слова красивые нашла». «Правая вера, покаяние, отречение от мира, послушание, молитва, пост, безмолвие, любовь, боговидение и богообщение». Я очень ее обидел, когда сказал: «Ир, ну ты святоша». Бывает так, что даже самые близкие не могут вместить всей глубины сокровенных сердечных переживаний. Душа монашеская. Вот чувствовалось, что она находилась вот в духовном, может быть, и одиночестве, но она общалась духовно и с Царицей Небесной, со святыми. У нее такая была, видно, любовь к святым, к храму. Почему ты не поешь на клиросе? Вот. Он говорит: «Знаешь, на клиросе я пою». Он говорит: «Ну, мысли улетучиваются». Она же очень такая, на богослужении очень тихая. Она как бы вот так уйдет в сторонку и стоит, как бы вот отрешившись. Мне, говорит, лучше стоять где-нибудь там в уголке. Монахом может стать только такой человек, который осознал и воспринял достаточно глубоко трагизм мира, для которого страдание мира настолько значительно, что он готов о себе позабыть совершенно, для того, чтобы помнить о мире, находящемся в страдании, в оторванности от Бога, в борении, и для того, чтобы помнить о самом Боге, распятом по любви к миру. Ах, как бы я хотела его увидеть. Да, увидеть и полюбить всем сердцем. И вот эта чистота, она была настолько с ней гармонична, настолько естественна. То есть это было действительно не обман какой-то, вот, а это и настоящая была истинная чистота, истинная вера, которая была связана с ее жизнью, с ее, как она с людьми общалась, как она все делала. Потому что человек, который ответственный за любое свое дело, человек, который, значит, ходит пред Богом постоянно, то есть он знает, что Господь на него смотрит. И вот это вот было. То есть она классно, когда освободилась,
И летом мы с ней поставили натюрморт с самоваром, чтобы она научилась видеть оттенки вот эти в живописи. Я удивляюсь, как она работала. Она на часов по 6 день рисовала. Да, на часов по 6 это в день рисовала. Вот придет, говорит, у меня еще псалтирь сегодня, сейчас я сбегаю на псалтирь, вот потом я опять приду. Она поставила себе часики. Часы у нее стояли всегда, вот она на них смотрела, рисовала. У меня что, при поступлении она молилась, читала акафист, я заходила к ней, ну, как-то нужно там, что спросить, и я все время, она выходила, у нее в руках все время был акафистник. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Очень тяжелыми были расставание с местом, где Ира провела самое счастливое время, и предстоящая разлука с людьми, которых она возлюбила как саму себя. Очень хочу надеяться, что будут такие, что впредь будет больше. Начиная с вашего выпуска, будут находиться люди, которые захотят жить и развивать эту святую обитель. Чудесное, мысль посвятили свою, предохранит мы силу небесную, чистую душу твою. Но самый главный смысл в том, чтобы приносить людям пользу, служить им. И впереди нас ждет большая дорога. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя. Твои шаги, твою печаль и песню. Скажи, вот иди по ней, с каждым шагом все больней. С каждой ночью все светлее, с каждым словом все плетнее, с каждой песней все труднее. Ну, разлука все-таки была трудной, очень сложной. Ира очень тяжело пережила, очень. Я знаю, что Ира чувствовала, что какая-то частичка души ее навсегда поселилась в пустыне. Марфушенька, знаешь, я даже не представляю, что скоро мне придется отсюда уехать. Да и никто не хочет уезжать. А те, кто уезжают, потом очень скучают. Мы танцевали вальс, когда выпускной, как бы, и должно быть какой-то, ну, радость, потому что мы закончили школу, уже становимся на порог другой жизни. За бальными нарядами, внешним лоском и заученными телодвижениями в танце душа Иры страдала. Боль была от того, что ни одноклассники, ни родители, ни даже брат Юра не испытывали на тот момент всей глубины благодарности Богу и их общей святой обители, которая столько времени, как заботливая строгая мать, покрывая все молитвой, вела всех ко Христу Богу. Немногим дано так глубоко и правильно вникать в происходящее. Разлука с самыми дорогими и близкими людьми стала для Иры вхождением в ее христианский подвиг. Ира танцевала, пошла, тут же сняла платье, тут же заплела косу. Храни чистоту тела твоего, как драгоценную жемчужину. Взор обращай долу, а душу горе. Душа моя.
ее мироощущение разнилось от мироощущения других. Она это видела. И она все время мне говорила: «Ален, я чувствую, что я такая, я совсем другая, я на них не похожа». Ответил: «Не в райский сад, а в джунгли. Как встретить вас под мир, не секрет, хищный, злобный, недобрый, неправильный. Началась взрослая жизнь, когда дети прощаются с родителями надолго. Она это очень тяжело переживала, но не скорбела, не унывала, а в Боге переживала. Вот она мне так и написала, и звонила, говорила, говорит: «Мама, я теперь понимаю, почему надо часто причащаться». То есть она искала вот это утешение в Боге. Привет, Дашенька. Извини, что так долго не давала о себе знать. Времени очень мало. Впрочем, это оправдание. Мама и папа уехали в Магадан. Их пригласил туда мамин знакомый. Папа стал очень верующим человеком. Они с мамой по выходным ходят в храм. Папа каждый день читает акафист, что очень радует. В Лавру я поступить не смогла. Мне сказали, что все шансы поступить у меня в принципе были, и экзамены неплохо сдала. Выбирали самых-самых. Многие поступают только на 4-5 раз. Я тоже буду пытаться поступать каждый год. Ты пиши мне, пожалуйста. Для меня это будет огромным утешением, правда. Иногда бывает очень одиноко. Мы поступали вместе в Лавру, но не поступили и познакомились у стеночки преподобного Сергия. Она умела радоваться за других, когда другим было хорошо. Мы один раз вот поделились переживаниями, как говорю: «А что ты испытывала, когда не поступила в иконописную школу? Ну, тебе было горестно там или чего?» Она говорила: «Мне было радостно за тех, кто поступил, потому что, я говорю, я видела эту радость, которая у них. И мне было очень за них радостно». Для того, чтобы безраздельно посвятить свою жизнь Богу, люди становятся монахами. Вершина же монашеской жизни – любовь, святость, боговидение и богообщение. И далеко не каждый монах восходит на эту высоту. Как Ира, будучи совсем еще юной, смогла постигнуть добродетели, которые украшают монашескую старость, знает только единый податель истинных благ – Господь Бог. Своим преблагим промыслом Господь привел Иру в Абрамцевский художественный колледж, чтобы на этом месте испытать ее сердце в верности и уповании на спасение и через то укрепить своей божественной благодатью в стяжании еще большей любви. Я ей предложила поступать в Абрамцево, но сразу предупредила: «Ты понимаешь, что ты окажешься в определенной среде, тем более это художественная среда». Она говорит: «А я не боюсь. Я, говорит, ничего этого не боюсь». Я думаю: «Ну да, наверное, чистому все чисто». Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в пороках, возможно сохранить эту святую чистоту. С Ирой неожиданно вместе встретились в Абрамцевском художественном училище. Вместе оказались на одном курсе. Очень у Иры замечалось то, что, вот как говорится, если у тебя душа чистая, то ты не видишь плохого в других людях. Вот. То, что, например, когда говоришь, вот, например, ну, тот человек такой-то, такой-то, а Ира говорит: да ты ничего не знаешь, да он, наоборот, хороший. Вот. И она все время говорила о всех только хорошо. Поверь, Юр, там, честное слово, там вот в Хотьково там все, ну, очень хорошие. Я сказал: «Ой, Ир, да для тебя они все хорошие, что-то я сомневаюсь».
Нет, Юр, это не так. Она всегда как-то вот говорила, ну вот не осуждаю, то есть не осуждала, вот именно как-то вот пыталась понять причину, почему вот человек страдает, почему он там, ну как-то вот, то есть как-то сострадательно, скорее всего, говорила. Вся жизнь Ирочки с самого раннего детства была наполнена испытаниями. И вот теперь Господь призвал ее к последнему подвигу – любви ко всем людям, и добрым, и не очень, к сохранению девственной чистоты в мире, погрязшем в пороках, неверности и похоти. Она говорит, а когда любишь, то самое главное, чтобы было счастье у того человека, которого ты любишь, а не у себя. И Ира все время стремилась, чтобы было радостно другим, а не себе. Господь утешил Иру по-особому. Он дал ей настоящего друга. Саша, так звали Ирину соседку по комнате, училась на 5-м курсе. Ира никогда-никогда не могла упрекнуть никого ни в чем. И это, оказывается, очень важно, потому что все делают ошибки, наверное. И никто от этого не спасается. Но важно не только промолчать, а важно сделать так, чтобы человек это понял. Понял и исправился по собственному желанию. Не потому, что ему сказали, вот ты не прав, ты вот такой нехороший. А чтобы человек сам для себя решил. Вот у Иры каким-то свойством чудным это было. Она могла ничего не сказать, но ты исправляешься сам по себе. Потому что уже сам это видишь. То, что раньше не замечал в себе, в других. Велико милосердие, снисхождение и долготерпение Божие к грешным. Так велико, что трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит. Во мне, Богородице, страстей моих возгрешися. О, гляди во мне, Богородице, страстей моих возгрешися. От гнева же и ярости, от пьянства и блуда. От сребролюбия и жестости сердца, умышления лютого. От уныния и смущения, от тщеславия же и попрания совестного, от них же избави душу мою, молюся, Владычице, и спаси меня. Это было очень удивительно, потому что вот со стороны как показалось, что у нее все получается, она все успевает, она как-то энергичная такая. На самом деле, мне кажется, ей было очень тяжело. Я говорила, что да, что как-то я очень одинока и какой-то вот беззащитности, какое-то такое чувство. Привет, Дашенька. Мы с Юрой поступили в мирские учебные заведения, что сейчас очень страшно. Нам с Юрой тяжело, так как нравственный уровень в миру очень низок. Все подряд, включая девочек, курят, матерятся, не стесняясь. В моем колледже 16-летние девочки давно потеряли девственность. Если девочка еще чиста, то это считается очень странным. Еще хуже, что мы с Юрой живем в общежитиях. Тяжело идти против общего течения. Надо очень сопротивляться, чтобы тоже не упасть в общую пропасть, куда катится весь мир, а остаться человеком. Когда я ее увидела уже после поступления, спустя какое-то время, Ирочка так изменилась. Она говорила, что как все-таки сложно переживать скорби, как тяжело смотреть на нападение людей, как хочется им помочь, и понимаю, что
хватит ли у тебя сил на это, все время думаешь? Хватит ли? Это ж нужно самой укрепляться. Я, говорит, только теперь поняла, как мне нужно укрепляться, чтобы помочь. Столкнувшись лицом к лицу с несовершенством человеческого естества, Ира опытно познала силу Божью, совершающуюся в немощи человеческой. Она очень часто чувствовала себя такой грязной-грязной. И так было одиноко и тяжело. И налетела в обитель, прилетала. Она говорит: «Тетленочка, я просто лечу сюда, как в баню очистительную. Вот так, как несу, сразу хочется на исповедь бежать к причастию, потому что я прям сама себе воняю, вот так и грязно. Она себя такой грязной чувствовала». Все, чему учили в детстве и юношестве, оказалось неотвлеченной теорией, давно, как многие думают, отживший свой век, а живым знанием красоты Творца всей Вселенной и некрасоты человеческого прозябения без Бога. Ира черпала силы из кладезя православной церкви, дышащей благодатью Божьей. Она не мыслила жизни без участия в божественной литургии, часто исповедовалась и причащалась святых христовых тайн, много молилась, ездила в родную пустынь и в Лавру ко Пресвятой Троице и преподобному Сергию. И произошло маленькое чудо. Люди, окружающие Иру, потянулись к ней. Я могу сказать, она вот была человек как глубоко верующий. Ходила вот в колледж у нас, как в юбке, и заплетенная коса у нее была. Вот. Также она ходила у нас в трапезную. Это в общаге у нас трапезная есть. Так называется специальная комната в общежитии для молитвы и духовного общения. Ира часто рассказывала о своем батюшке, которого отца Игоря убили. Все мальчики, конечно, так слушали с таким интересом, вопросы задавали, переспрашивали. Она умела как бы рассказать, зародить как бы искорку веры. Ира рассказывала то, что сама знала о Боге, о вере православной, свидетельствовала о своем небольшом христианском опыте жизни. Прошло некоторое время, и все студенты, и девушки, и юноши полюбили Иру. Мальчики разные, могли ругаться, там, и темы всякие такие говорить. Но самое интересное то, что при Ире никогда этого никто не делал. Она все время могла так сказать, например: «Это не смешно, так строго». И сразу все прекращали. Никто ни матом не ругался, ничего. Наоборот, все мальчики ее очень уважали. Ты общаешься, как душевное спокойствие и вот легкость, как простота. Вот это. Когда она с тобой находится, ты вообще начинаешь верить в себя. Вот, она тебе внушает, как-то дает надежду, что ты сможешь, что ты молодец. То есть она могла как бы радоваться твоему счастью до того искренне и быть счастлива тому, что ты счастлив. Близился последний в земной жизни Иры день рождения, ставший приуготовлением к переходу в вечность. Они с Юрой с раннего детства любили этот праздник и были всегда вместе. Здравствуйте, мои любимые мамочка и папочка. Скоро день рождения, и я нахожусь в приятном ожидании этого дня. В детстве это был мой самый счастливый день. Застолье, много народу, друзья, здорово, большой-большой тортик. После всего этого понимаешь, какая все-таки счастливая у тебя жизнь, что хорошая, полноценная семья. Так что, мамочка и папочка, спасибо вам за то, что вы у нас такие хорошие. Я всегда за вас молюсь. Она умела быть благодарной, потому что действительно строго я ее очень воспитывала. Иногда и ремня приходилось поддать-то ей. Где-то, может быть, можно было как-то так и по любви больше поступать. Она вот выросла, была благодарна, что вот именно так ее воспитали, что и такая у нее именно была семья. С
Скоро совнидем в невестник Христов, да все услышим блаженный глас Христа Бога нашего. Придите, любящие небесную славу, сопричастницы бывшим мудрых дев, уяснивши свящи наше верою. Здравствуйте, мои любимые мамочка и папочка. Я очень по вам соскучилась. Еще мне очень не хватает Юры. Хотя мы почти всегда на выходных видимся, мне все равно. Хочется, чтобы он всегда был рядом. А он, по-моему, этого не чувствует ко мне. И это грустно. Я хочу, чтобы мы опять были вместе. Дело было на Новый год. Разговорились. Я Иру начал допытывать. Ну, Ир, ну как? Ну, кто тебе нравится? Ну, может, все-таки мне скажешь, как ты предполагаешь дальше жить? Может, тебе кто нравится в школе Ходькова? Скоро совнидим в невестник Христов. Как бы я хотела его увидеть и полюбить всем сердцем. Она промолчала и сказала: «Ой, Юр, знаешь, я пойду в монахи, невестой Христовой буду». И отвернулась от меня. Жизнь каждого человека проходит под взором Творца, Всеблагого Бога. Все сотворено им, и им же управляется. Этот порядок называется промыслом Божьим. Ничего не происходит случайно. Ты, Рот, мне очень говорила, что вот нужно иметь доверие Богу, нужно верить Богу, и тогда все будет хорошо, он же не оставит. Ну, конечно, ей было тяжело. Все хотела с нашим классом встретиться. Особенно она хотела встретиться с Андреем Волковым. Этот мир не без добрых людей, не без верных друзей. Нет кривых, нет прямых, нет иных в этом мире стезей. И если плохо, к примеру, то это совсем не беда. Лишь Господь разберет, что почем, что туда, что сюда. Вряд ли кто понимал тогда, что Ира, любя и переживая, скорбела за каждого. Ей было очень тяжело видеть, как мир, наполненный соблазнами, берет свое. Как брат Юра охладевал в любви к Богу. А себя обмануть не составит. Как одноклассники становились обычными хорошими студентами, всеми силами подгоняющими свои жизни под общую гордость житейскую. Ира, претерпев боль, как мужественный воин, нашла решение. Окончив вечеринку, она повела всех за собой в Лавру искать утешение у Пресвятой Троицы, просить заступничества у Пресвятой Богородицы, Матери всех скорбящих, и у преподобного и богоносного Сергия. Здесь все и попрощались. Лишь Господь разберет, что почем, что туда, что сюда. Очень разные мы, все равно день за днем. К этим узким вратам крестным ходом идем. Было, есть и во веки веков, и так будет всегда. Лишь Господь разберет, что почем, что туда, что сюда. И когда она нас всех уже провожала, вот как она плакала. Спасибо большое, то, что вы приехали. И я так рада. Когда дошла очередь прощаться со мной, она меня очень сильно крепко-прикрепко обняла и три раза перекрестила. Было, есть и во веки веков, и так будет всегда. Лишь Господь разберет, что почем, что туда, что сюда. Своим промыслом Господь вел Иру, свою невесту, всю ее короткую земную жизнь. Такой взгляд
ну, духовный. Глазки всегда опущены. Мне всегда вот как-то было радостно. Думаю, девочка очень духовная. Скоро совнидим в невестник Христов. Да в среду пятой седмицы Великого Поста, оставив занятия и повседневную суету, Ира пошла в близлежащий женский монастырь и приняла таинство соборования. Придите, любящие небесную славу, сопричастницы бывших мудрых дев. В конце же пути, когда приступил дьявол, как рыкающий лев, Господь по молитвам Богородицы и святых укрепил Ирочку своей благодатью. Казалось бы, само девство по себе это величайшая, высочайшая добродетель. Но тем не менее есть дева юродивая, не хватило добрых дел. Вот мы с ней в последнюю нашу встречу только об этом и говорили. Я еще и сказала, говорю, дай Бог, чтобы ты была мудрой девой, а не юродивой. Душа человеческая, любящая Бога, бесконечно красива. В Священном Писании она уподоблена благоухающей лилии. Красота храма Божьего, построенного людьми, только тень красоты храма Небесного. Но и здесь, на земле, сотворенный руками человека, освящающий храм светильник, паникадила, радует глаз особым совершенством. В четверг Господь Иисус Христос призвал Иру потрудиться в храме своей матери, Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Вместе с верующими девочками она до позднего вечера находилась на небе и чистила к празднику паникадила. Вот, паникадила начинает раскачиваться, такое ощущение, что это раскачивается стремянка. И она перешла чистить центральный, самый большой паникадила. А позвонила она в таком состоянии: «Мама, ты знаешь, вот как о чуде». Я прямо у самого купола чистила паникадила. Было так страшно. Ну, вокруг святые, говорит, мама, я их разглядывала и очень сильно-сильно молилась. Мы допоздна работали, а потом, говорит, нам открыли мощи преподобного Сергия. Говорит, я прикладывалась к открытым мощам. Она об этом тоже с восторгом. И говорит, мама, я тоже сильно-сильно молилась. Вместе ехали на одной лавочке в электричке. И голову на колени положила, думаю, вообще такой родной человек, хотя вроде с ней совершенно не знакома. Это был последний вечер. Ира с помощью Божьей за свою короткую жизнь сумела подняться на такую высоту. Она возлюбила Бога и все, что с Ним связано, больше всего. Ира научилась сострадать всем скорбящим и сорадоваться с каждым. А значит, исполнила заповедь любви. И это вершина, с которой видно уже Царство Небесное. Конечно же, Бог все знал, и поэтому наступила пятница. Как всегда, пятница для Иры была наполнена заботой о том, чтобы помочь людям, всем, кому нужна помощь. Не отдохнув от одного дела, она спешила в молитвенную трапезную, где договорилась с другими девочками прибрать комнату к празднику Пасхи. И не беда, что пришла из них только одна. Мы туда собрались, наверное, часов 5. То, что ну, как-то вот мы убирались, как-то ну так обычно вроде. И вот я как-то очень хорошо запомнила, как вот Ира вот так вот села, на стол руки положила, так ну, присела около стола и говорит, ну что ты, ну как же, вот настоящая любовь, это... Она тихая должна быть, она такая тихая-тихая. Еще не окончив дело, Ира думала о том, как исполнить просьбу сестры, которая настоятельно просила приехать к ней на электричке в этот вечер.
силы были на исходе. Про эту книжку мне Ира сначала очень много рассказывала. Она отсюда рисовала некоторые картинки, потому что ей очень нравилась эта книга. Этот маленький песик Чинка, который такой смелый был. Вот, мне кажется, Ира тоже была очень-очень смелым, хоть и маленьким, незаметно, может быть, с какой-то с такой житейской стороны человеком. Но она была очень сильная. И сила у нее была какая-то неземная. И перед отъездом она мне села читать. И в кульминационном таком моменте сам Ира заплакала. Смерть наступила быстро. Удар поезда был сильным. Ира захлебнулась кровью, но это было от Господа. Господи, Ты сам научи меня всему. Дай мне радость познания воли Твоей и путей Твоих. Научи меня воистину любить Тебя всем моим существом, как Ты заповедал нам. Устрой мою жизнь так, как сам Ты в предвечном свете Твоем мыслил обо мне. Последним желанием Иры было помочь сестре. Это стало и последним ее делом. А в храмах в это время пели акафист Пресвятой Богородицы. «Радуйся, невеста неневестная». Радуйся, столб единства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, ты, бо обновила, еси зачатые студно, радуйся, ты, бо наказала, еси укратенные умом. А это было в день, в пятницу, когда акафист служили в храме. И вот потом уже я узнаю вот от мамы, что она и в храме была, и соборовалась, и в Сергиевой лавре была. То есть как бы получила такое, очистилась, благословение получила у Господа. Радуйся, верный Господи, весочитавшая, радуйся, добрая, младая питательница девам, радуйся, невеста, красительница душ святых. Радуйся, невесто, не невестна. Душа ее совершенно чиста была. Я так подумала, что Царица Небесная ее забрала к себе. Где Ира, я не сомневаюсь. Вот почему-то это мне сразу ясно стало, что... В этом отношении об Ире скорбеть не приходится. Бога там, в иконописных обителях, у преподобного Сергия, что Господь видит желание сердца. Ирочка в Царстве Небесном, и Господь принял ее как невесту. Воля Божья, что ее нет уже с нами. И конечно же, удивление, что она за свои 19 лет столько успела. Я думаю, что она имела полное право сказать «радуйся, невеста неневестная», потому что, в общем-то, она и сама стремилась к тому же самому. В какое-то время было грустно, что она такой хороший человек уходит, а в то же время было радостно, что она чистая и вообще без грехов уходит на нем, будет в раю. Для нас важно, для всей нашей пустыньки, для всех, кто Ирочку знал, и кто, наверное, сказать надо в настоящее время, не знает и будет знать, это то, что ангел, который будет за нас молиться всегда. Я думаю, ее молитва сильна еще и потому, что ее любовь очень сильна. Ныне житейское лукавое разрушается торжество суеты, дух бо оскуде отселения,
брение очернися, сосуд раздрася, безгласен не чуть. Отпевание было удивительно торжественно. Но как органная музыка. Состояние величайшего подъема. Господу помолимся, дати сему вовеки упокоение. И хорошо, что могилка тут рядом с ней. Каждый день можно подойти. Птички прилетают. Телом и душой чиста, и лик твой, как портрет с холста, царица новую невесту в обитель привела Христа. Когда ж души коснется вечность, познав всей жизни скоротечность, покаявшись и всем простив, и руки на груди скрестив, побыв в гостях еще 3 дня, к себе домой возьми меня. Я на пороге жизни вечной, в рассвете юности беспечной, я покидаю дом земной и возвращаюсь в дом родной. Иду вам приготовить место. Теперь я у Христа невеста. Не унывайте, слава Богу! За все благодарите Бога. К могилочке моей придите и в храме нашем помяните. А я вас тоже не забуду. За вас я там молиться буду. Только вечность должна быть на наших часах. И блаженны на небо глядят. Отечество наше на небесах. Здесь мы странники уходящие, уповая на Царицу Небесную, все молю на всякий день, всякий час, чтобы милостыню подал чудесную, ибо нищ и окаянен, если аз, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи. Дашь нам дней свидеть злое и то, дашь нам мудрость, добро от зла отличать. Ах, как больно копье между ребрами, и как трудно простить и сначала начать. Уповая на Царицу Небесную, все молю на всякий всякий час, чтобы милостыню подал чудесную, ибо нищ и окаянен, если аз, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи. Дашь нам днесь, коли встанем так выстоять. Дашь нам днесь сеять хлеб и не сеять вражду. Кличет голоду, шепчет пречистая.
пока покаяния ждут. Уповая на Царицу Небесную, все молю на всякий день, всякий час, чтобы милостыню подал чудесную, ибо нищ и окаянен, если оспадай, Господи, подай. Отечество наше наше.